небольшой кусочек утреннего кормления. Сейчас 7 утра, пасмурно, 20 августа 2017 года. Садок номер 2. Наведу и попробую покормить. Ну, я имею в виду, снимая покормить. Тут все как обычно. Сначала кормятся самые буйные, когда самые буйные наедаются, едят средние. К концу кормления, когда все сытые, едят маленькие. Поэтому очень важна продолжительность кормления, чтобы первые успели почувствовать сытость. Также важно, чтобы комбикорм не выкидывался из садка. Ну вот, они создают водоворот, достаточно большой ток воды. Если кидать не в середину, а по краям, частично корм может выноситься наружу. В принципе, все. Не буду вас утомлять длительностью. Кормлю каждый садок примерно около 5, а может даже больше минут. Всем пока!